выехал меня дрочить. Держу, друзья, обочину. Пробка. Сегодня воскресенье. Собралась пробочка. Очень серьезная. Затонированная. Шума, видите? Урод, блядь. Вытолкнул его навстречку, нахуй. Вообще пообнаглели, блядь. Вот пусть на встречке и стоит. Я что, в обочину? Сейчас поедешь в обочину. Все, обосрался. Вот и стой на встречке. Вот они, смотрите, что делают. Поехали, поехали, все поехали, да? Таксисты. Потому что тут, друзья, пошла обочина очень сильно широкая. А уж я ее тут точно не удержу. Тут просто, тут еще так машина встанет, еще и на обочине встанет. Он просто вот он по обочине пролетел. Видите, что делают? Я просто вот стою на обочине, а они прям проходят как положено. Они считают, что это так должно быть. Обнаглели, блядь, совсем уже в край, блядь. Ну давай, езжай, я тебя сейчас скину, езжай. Видите, они забили нахуй насмерть уже, блядь, всю эту обочину, блядь. За этих ублюдков и не едем мы. Потому что они просто обнаглели в край, они просто едут уже как положено, блядь. Они едут уже по своей полосе, они думают, что это ихняя полоса, свободная, специальная, блядь. Смотрите его. А, ну красавец там наш, красавец идет, держит. Чтобы, друзья, не сильно нервничать, мы заезжали с Андрюхой в KFC, брал себе ведерко. Там с крылышками, картошка фри. Так, перекусить, поточить. Ой, наелся, короче, так нервы чуть подуспокоил. Но не особо тут успокоишь нервы. Какие же они борозы, какие же они наглые. Вот прям вот нелюди эти обочники. Вот они просто, они летят, блядь, с бешеной скоростью по этой обочине. Нашли, блядь, свободную полосу. Они, блядь, значит, умные, а остальные, блядь, все дураки. Постоят в пробках, блядь. Да, Пыжик? Стой. И за ним километр, наверное, уже собрался машин. Это когда уже нервы на пределе. Они пошли по встречке. Обочину не дают. Они, видите, что делают? На встречку. Пошли. По встречке. Эти ёбаные, блядь, все равно проехали. Ублюдок ебаный, блядь. Правильно, Андрюха его тоже обрулил. Чтоб знал, блядь. Андрюх, красавец, тоже поддерживает меня. Сейчас вот он обосрался, у него, наверное, сейчас сердечко ёкнуло. Теперь он никуда, друзья, не полезет. Сейчас будет как миленький, как родненький, ехать до самого светофора со всеми. Он даже не дернется сейчас. Опа! Облом. Здесь я. Смотрите, сколько там спиногрызов.
смотрите, что делает. Прилетел мне. Зеркало что, снес. Мудак, делаешь-то, ёбаный, кто, гвоздь? Мудак? Идет, мудак, ты, блядь. Мудак, ты. И уезжает, смотрите, что он делает. Давайте пизды ему, может, дадим. Наглецу этому, блядь. Какому, который там лазит, ёбаные обочечники, блядь? Да, обочечник. Он, во-первых, он об меня еще тиранулся, зеркало себе сломал и не останавливается, уёбывает. Какой вил он сейчас стоит? Он перед КамАЗом, перед Тонаром идет. Хонда. Давайте, что, я вот придержал коленку нахуй. А на чем ты едешь, где? Два Тонара идет рядышком. Ну вот, это мы и есть два Тонара. Где вы есть? Здесь это Мерседес. Смотрите, друзья, что тут творится. Это просто ужас. Это прям катастрофа какая-то. Короче, у меня нерв больше нету держать этих обочников. Я просто тупо, короче, не стал их держать. Пусть едут своей дорогой. Они все равно забили всю обочину полностью. Обочина просто полностью забита. Доехал до ближайших полицейских, ребят, вот они, ДПСники стоят, ребята. Пошел с ними, пообщался, показал им видео. Вот. И он сказал, если что, они номер его переписали. Они номер его переписали, то, что он уехал. Сейчас они, говорят, это передадут, если где-то его поймают, то они ему накатают, короче, за встречку. Вот, ну, ко мне, говорит, претензий никаких нет, так как я ехал в своей полосе. Он говорит, тебе ничего не будет, так что, говорит, не бойся, не переживай. Я, Ром, бля, как бы съебался, говорю, хотел вызвать, говорю, а он, как бы, ну, не стал останавливаться, говорю, уехал. Ну, говорит, за место, говорит, типа, то, что он покинул ДТП, говорит, за этого можно, говорит, прав лишить, конечно. Но, говорит... Ты к нему претензии имеешь, но у меня ничего не осталось, у меня только грязь чуть-чуть, просто грязь так счесал. Я не знаю, об чем, может быть, об колесо мне, наверное, скорее всего, сломал, потому что у меня ничего нету. Я вышел, посмотрел, ни царапины, ни краски, ничего нету. Ну, а хруст было слышно у меня прямо здесь сбоку, поэтому что-то сломал здесь. Но он-то обосрался, и он просто навалил, как бы съебался, чтобы ему, наверное... По башке не настучали. А он ушел по Кашире в сторону Москвы. Я Каширу пересек, остановился. Возле сотрудника показал им видео. Он говорит, как получилось. Я говорю, так и так, говорю, держал обочину, говорю. Ну, как бы сзади машина тоже помогала, обочину держала. Ну и говорю, я перестроился уже в свою полосу, как бы ехал в свою полосе, говорю. А он со встречки, говорю, летел. Там, видно, встречка шла, а ему деваться некуда было, и он меня решил, наверное, подвинуть или прижать, говорю, ну и как бы получается так, что ко мне, говорю, притерся. Он говорит, гандон, он говорит, вот что он мне сказал. Говорит, типа обнаглели, говорит, москвичи. Ну, главное это, он номер записал мой машины и его. Он говорит, в случае чего, если, говорит, как бы не переживай, говорит, у тебя тем более, он говорит, видео не удаляй. Я, говорит, если что, говорит, видеофиксация есть, говорит, так что, говорит, ничего страшного. Поэтому, друзья, такие бывают дела. Ну, а если чисто из-за принципа остановиться, вызвать сотрудников, чтобы они приехали, оформили, чтобы его прав лишили за покидание места ДТП. Но мне, с моей стороны, должны быть какие-то, он говорит, хотя бы ты должен что-то предъявить, есть какие-нибудь повреждения, нет. Нет. Ну, говорит, просто, говорит, могут, ну, тебе, говорит, лишних вопросов задавать, что ты вот, типа, стоишь, говорит, у тебя нет никаких повреждений, типа, так и так. Я говорю, я себя обезопасить. Ну, говорит, себя, говорит, обезопасить, у тебя есть, говорит, видео доказательства, поэтому, говорит, не переживай. Храни, говорит, видео. И все, и не переживай. Друзья, сейчас просматривал ролики, короче, пару роликов записал я с регистратора, но я их поудалял. Повырезал очень много повырезал именно с телефона свои ролики. Что я вырезал? Вырезал то, что я его потом обогнал, эту Хонду, и мы его, получается, он попал у меня так, что он попался у меня сзади.
Вот, я остановился, он ко мне-то все равно подкатывался, а сзади его как бы Андрюх прижал. Ну, мы прижали, я к нему пошел. У него там, он с детьми, дети сидят, плачут, короче, типа, папа, папа, там, блядь. Я говорю, ты мудак, говорю, блядь, что ты творишь, говорю, еще и текаешь, говорю, блядь, выйди, говорю, нормально, говорю, поговори. Он, короче, закрылся, не стал разговаривать, закрылся в машине, короче, в пизду я его оставил, пусть катит своей дорогой. Такие, друзья, дела. Так получилось, что я его просто догнал, он уехал сначала, как бы он там по обочинам, вот так вот, там нырял, короче, свалил. Ну так получилось, я не знаю, просто я его на следующем светофоре увидел, я его объехал, ну, получается, он получился у меня сзади. Ну и я Андрюха его с Каней как бы прижал. Вот, и я к нему подошел, говорю, ну и что ты делаешь, что ты, говорю, текаешь, говорю, бля, вызовем же, говорю, сейчас сотрудников, говорю, блядь, ты скрываешь с места ДТП, нахуй. Он мне говорит, типа, пошел нахуй, блядь. Я начал, короче, как бы замахиваться, там на него и дети начали кричать, блядь. И я не видел просто детей, поэтому, блин, я не стал ничего делать, не стал его трогать. И этот момент вообще вырезал, поэтому, ну, чтоб не надо, думаю, этого никому видеть. И я это все дело вырезал. Пусть катится своей дорогой, так сказать, Бог ему судья. Опа, новенькие КамАЗики. Жу-жу-жу-жу, езжу на КамАЗе и не жужу. Такие, блядь, жу-жу-жу. Ползу, друзья, потихонечку в карьер. Проехал все эти конченые пробки, блядь, время 8 вечера. На улице уже темно, вот так вот. Короче, такие, друзья, дела. Знаете, что хотел поинтересоваться, спросить-то? Давно хотел, что-то как-то забывал. Вы все равно пишете комментарии, да? Ну, много же кто комментарии пишет. Вы когда пишете комментарии, пишите город, допустим. Что бы ты ни писал, там, красавчик я не красавчик, допустим, блядь. Хуёвый, либо плохой комментарий. Не, хуёвых не надо. За хуёвый я баню. Плохой комментарий, знаете, сразу он удаляется и человек бан идет. Чтоб в следующий раз он не мог писать плохой комментарий. И это, ну, когда комментарий пишете, допустим, там, Толян, привет, да, Волгоград, там, допустим. Толян, здорово, там, Самара, Владивосток, Хабаровск, я не знаю. Москва, Калуга, Брянск, Тула. Ну, просто город. Просто перекличку городов сделать, ну, такую. Когда я буду читать, допустим, да, комментарии, я буду просто понимать, откуда человек пишет этот. Чтобы хотя бы просто знать, с каких городов меня смотрят. Россия, не Россия, Украина. Нет, вот ребят с Украины молодцы, они сразу пишут. Там, привет с Украины, там, город, там, допустим, такой-то, такой-то. Сразу понятно, ну, допустим, да, что человек с Украины пишет. Либо там есть, пишут люди, там, привет, Толян, дружище, там, класс, респект тебе, всего того, там, подобное. Втыкаю тебя класс, блядь, с большой скоростью с Белоруссии, там, либо Казахстан, да. С разных стран, в принципе, пишут, бывает, перекличку такое. Ну, да, не забывайте писать город обязательно, просто, я не знаю, ну, это моя такая просьба. Просто, кто зарегистрирован на Ютубе, вы просто пишите, допустим. Если вы собираетесь комментарии, да, писать после просмотра, либо класс воткнули, вы просто, не, ну, такая просьба, как бы, не полениться. Просто зашли и написали, допустим, какой город. А я уже буду понимать, откуда там подписчики меня смотрят. Просто хочу это так сделать, знаете, такую статистику и посмотреть просто, с каких городов, где кто, что, откуда пишет. Ну, кто откуда смотрит, с каких разных городов. Интересно на самом деле просто, каких городов смотрят. Ну, бывает там пишут некоторые, ну и 100%, ну процентов, друзья, ну 2%, ну максимум 3% пишут, кто откуда. В основном не пишут, поэтому это моя такая просьба. Если вы пишете, допустим, да, там, либо какое-то пожелание мне пишете, либо там, допустим, я не знаю, благодарите меня вы. Да неважно, что бы вы ни делали, ну, что бы вы там ни писали, вы либо вначале, допустим, ставьте там город, допустим, Владивосток,
Толян, привет, туда-сюда, да, ну, там, класс, респект. Либо просто, если сначала вы пишете, да, Толян, так нельзя делать, там, допустим, блядь, а, делаю так вот, там, да, либо кто-то, если советует, там, привет тебе, там, допустим, с такого-то города, даже, может, просто без привет, там, такой-то, такой-то город, допустим, на связи. Все, я уже буду понимать просто человек откуда. Ну, мне вот просто хочется, знаете, хотя бы такую статистику выставить. Я все равно комментарии, когда в пробках, либо на карьере, либо где-то я стою, я все равно читаю комментарии, листаю ленту комментариев и читаю все. И по-любому приходится читать, удалять какие-то комментарии, кого-то банить, блокировать. Вот, и мне интересно просто. Даже если с Калуги кто-то тут, мне просто даже интересно, сколько земляков меня тут смотрят. Ну, а знаете, друзья, я сам родом с Волгограда, с Волгоградской области. С Волгоградской области Жирновского района. Вот. Ну, а живу в Калуге. Переехал сюда, живу. И корни пустил здесь, тут и навсегда. Думаю, буду здесь жить. Мне этот город нравится. Все, друзья, всем спасибо большое. С города Калуги вам большой-большой привет. Мы на карьер. Спасибо за просмотры. Пока-пока.